Премьера документального фильма «Апостол Камчатки» состоялась 4 января в музее имени Вячеслава Тихонова. Фильм «Апостол Камчатки» рассказывает о деятельности великого миссионера и подвижника митрополита Нестора Камчатского. На премьере побывала наша съемочная группа. Представить павлово-посадцам документальный фильм «Апостол Камчатки» приехали продюсеры картины Юрий Бабаханов и Ольга Лаптева. Зрители с интересом открывали для себя страницы жизни Нестора Камчатского, человека, который в начале 20 века нес просвещение и христианскую культуру в отдаленные уголки Камчатского края. Он открыл первую школу для коренных народов Камчатки, перевел на тунгусский и корякский языки основные христианские молитвы. Фильм «Апостол Камчатки» уже стал участником нескольких фестивалей, где был удостоен высоких наград. Была поддержка от Министерства культуры, таким образом, этот фильм снят на государственные деньги. Это значительно улучшило процесс и помогло ему. В фильме показана история Нестора Камчатского, его след в истории, его личность. И это прямая связь с сегодняшним днем. В картине есть его последователь, который сегодня продолжает христианскую миссию. Мы намеренно поехали туда в зимний период, вот, поскольку все-таки суровость природы, она зимой так очень концентрирована. И зритель может почувствовать, насколько было тяжело в то время Нестору передвигаться там и, так сказать, осуществлять свою деятельность. В наши дни дело Нестора Камчатского продолжают десятки сподвижников. В Петропавловске-Камчатском работает фонд его имени, который строит новые храмы, в том числе новый главный морской собор на территории Свято-Пантелеймонова мужского монастыря. Каждый год организуются миссии священников в далекие поселки и стойбища коренных народов. Фильм «Апостол Камчатки» рассчитан на широкую аудиторию. Фильм заставляет задуматься, прежде всего, о тех подвигах, которые сейчас совершают люди, потому что не каждый батюшка возьмет, оденет военную одежду, да, вот, осветит костюм свой зимний, сядет на нарды и поедет в деревню, миссионерской миссии. Вот, а потом, узнав о том первом настоятеле, который был, и поймет, что это Богом ему данное уже, вот, что начало было заложено 100 лет назад, а он теперь уже продолжатель этой миссии. Повествование в картине идет на фоне величественной и суровой природы Камчатки. Жизнь камчатского проповедника всегда была наполнена лишениями, но ни на минуту он не отказался от своей миссионерской деятельности, став путеводной звездой к православной вере для многих поколений коренных народов Камчатки. Полную версию фильма «Апостол Камчатки» смотрите сразу после нашего выпуска. Анна Суница, Григорий Кумпиков. События недели.